Вот так вот масштабно это все выглядит. Настил был сделан как раз во время строительства самого коллектора в 1941-1942 годах. За последние сутки я плавно переместился из города Мурманска и сейчас нахожусь на территории недостроенного предприятия. А лезть мне придется через вот такую вот дырку. Я нахожусь рядом со стволом